Здорово, хаесники. Дядь Борь снова на экране. Я сделал пятую. Учимся считать до пяти с ВХСником. Пятую серию «Зимнего солдата». Все пошло наперекосяк уже с самого начала. Во-первых, серия как-то запоздала, ее выложили достаточно поздно, в отличие от других серий. Она идет дольше, там она идет, сама серия идет больше 50 минут, это без титров. То есть вместе с титрами там целый час где-то получается почти. Кстати, есть сцена после титров, поэтому кто будет смотреть, не пропустите. И обычно идут там английские сабы вместе с серией. Там, если что, там что-то там нельзя расслышать, там что-то там никак не удается, то всегда можно заглянуть в субтитры, чтобы как-то все это дело понять. Не было вообще, то есть удивительно, впервые такое вижу, нету, не было субтитров, пришлось все делать на слух. Но благо, что вроде как все там понятно, как бы я вроде все расслышал, все нормально, и там каких-то там косяков быть не должно. В общем, не знаю, как я успел. В общем, закурил как-то мужик на заправке. Как сандалии уцелели, непонятно. Непонятно, в общем, как я успел. Ссылка на серию в описании. Качайте, смотрите. Мы сделали несколько раздач, в том числе и на Руторе. Но они пока что в премодерации все еще висят. Я надеюсь, что их выпустят на волю. И поэтому на том же самом Руторе, скорее всего, в ближайшее время тоже будет раздача. И не только «Зимнего солдата», я надеюсь. Если кто-то хочет поддержать озвучку сериала, все ссылки на донаты тоже в описании. Всем удачи, всем хороших выходных. Ждем финал сезона «Зимнего солдата» на следующей неделе, в следующую пятницу. Всем удачи, всем пока. Все будет ВХС.